На этот раз группы будут бороться за то, чтобы сыграть 8 ноября с 5DS и другими достойными командами. Какая-то заминка была. Снова Москва. 3 ноября. Моноклаб, что по адресу улица Павла Корчагина. Опять пауза какая-то. Сейчас собраться надо. Сейчас, да. БКМСБ. Буквально чуть-чуть назад. Пишешь, да? Угу. Сейчас, посмотрел на свет, подослеп чуть-чуть. Я тебя-то практически не вижу. Да? Да. Серега прикольно там кому-то проспорил, что ему нельзя стричься, он должен волосы отрастить там что-то типа до плеч. Вот. Какой Серега? Ну, барабанщик наш. Да ладно. Да, до этого он тоже как проспорил, ему нельзя было там месяц. Мясо есть, он не ел мясо месяц. Афиша номер с радио в 3D со следующего сезона. Да. Погнали. Борьба ожидается не шуточная, а хедлайнером, хедлайнером. Эти хедлайнеры везут для нас убойный заряд взрывного драйва, тонны радости в тротиловом эквиваленте. Как-то я, как робот. Тонны радости в Че ты перемудрил? Пауза до следующего продлится очень долго. Ну, короче, до... Бля, жалко, не получилось. Давай еще раз. Естественно, это не все, о чем можно было бы рассказать. Если хочешь быть в курсе всего концертного движа, вступай в нашу группу ВКонтакте, Вики Коммерс Радио, следи за анонсами. Ну, окей.